Назар Назар, мастер фиде из Украины. Назар Бутера? А что значит этот бриллиантик? Это блиц с мастером. Премиум? Ну, всем титульным и так этого премиума, да. Ну, в общем, его не будет. А, все-таки будет. Ты на D4 всегда конь F6 играешь? Нет. Чаще всего. Гибкий такой ход. Да, потом можно решить, куда идти. Да, да, да. Много возможностей. Ну, славянка получилась. Мне нравится его манера игры. Это будет первая и последняя партия с ним. Почему? Потом скажу. А-а-а. Я, кажется, понял. Вряд ли. Ну, ты намекаешь на программу? Нет. А на что? Потом скажу, я же говорю. Ну, скажи сейчас. Нет, не скажу. Ну, что такое какое? Конь G4 угроза. А, нет, не угроза. Не, как бы, ну, это теория все. Ну, как бы, понимаешь, у черных меньше пространства, и вроде фигуры пассивные, но у них нет ни одной плохой фигуры, то есть вот этот слон разменен. А вот это вот то, как белая играет, оно может пойти им не в плюс. Потому ну, что... бей, коня. А, ну да, бей. Так почему ты не хочешь с ним играть? Так, конь b6 есть ход. Ты думаешь, он бандерец? Нет. Смотрел брат 2? Нет, я просто знаю этого человека. Кто это? Неважно. Сейчас я вспомню, с кем эти терки были. Яровинский? Нет. Так. Б3, удивительно. Обычно так не играют, но вот здесь есть какой-то смысл. Ну вообще удивил, конечно. Удивил. Удивительно. Человек, вот обычный человек, вот который в шахматах не разбирается, сейчас глянет этот сторонник, этот комментатор, Б3, удивительно, пешка пошла вперед, удивительно. Ну ты флаг хочешь уронить? Я знаю только двух шахматистов из Украины. По имени Назар? Нет, по имени Платон и Вася. Но я могу сказать, что это точно не Платон и Вася. Да, это было неправильное решение. Какое? Все-таки, я думаю, его слон здесь важнее слегка испорченной пешечной структуры. Слушай, а почему на Украине такие смешные имена? Платон, Назар. Почему они смешные? Ну, не знаю. Ну, Платон это к Украине особого отношения не имеет. Платон это древнегреческий философ. Да, я знаю. Надеюсь, неправда, древнегреческие, иначе меня заклюют. Что за дебилизм сейчас на доске? Я ладью пропустил, хотя бы. Ну, вот это мне нравится, кстати. Ну, у меня сейчас будет слон мощнейший. Ну, и зато он убрал ту пешку, по которой этот мощнейший слон стрелял. Куда у тебя мощнейший слон? Что он делает в этой позиции? Он скажется. Может быть, но это он мог сказаться раньше и опаснее. Да. Тактика. Жаль, что мы записываем мое видео. Почему? Ну да, я понял тебя. Общение со мной сказывается. Блин, ты таким тоном это сказал, просто знаешь, в общем, где тактика. Вилка. Галактика. Так, ну... Ну, что ты думаешь?
что, такой простой ход? Да. Я не уверен, что он правильный, по-моему, он тупой. 96% твоих ходов тупые. Нет. Да. Это неправда. 1% моих ходов откровенно тупые. Но этого достаточно, к сожалению. Ну, да, и там ладья 7 в конце, я должен ферзя убирать. Это плохо, это очень плохо. Ну, чуть-чуть он заехал. Ну, у меня лишняя пешка с другой стороны. Можно и пострадать. Под размен, все правильно. Наверное. Я и ферзей. Знаешь, беда в том, что если дойдет до флагорубства, то я загнусь. Потому что это Платон? Нет. Потому что это Назар? Да. Потому что у меня не работает мышь. То есть твои поползновения, они немного отвлекают. Зря сделал. Вернулись. Очень глупо. Так, а после ладья b1? Не знаю. Так как-то. Делай вид, что так все и было задумано. Получается плохо делать вид. А так это не мат ли вообще? А пешка, о, слон какой. Слон-герой. Пересчитал, что ли, товарища? Сейчас товарищ меня перешлёпает. Нет. Блестящая победа. Да. Лучше партия не играл никогда. Ну ладно, давай еще.